Сочетание закаленного стекла и металлических декоративных элементов на фасаде – основная отличительная черта дизайна многофункциональных духовых шкафов серии FBO2333. Стильное декоративное обрамление фасада из нержавеющей стали и алюминиевая ручка дверцы прекрасно дополняют концепцию дизайна хай-тек. Энергоэффективность класса А. 3 нагревательных элемента, 2 из которых расположены в верхней, а 1 в нижней части камеры приготовления. Утапливаемые переключатели 8 режимов работы. Электронный LED-таймер с функциями кухонных часов, напоминания, автоматическим выключением и отсрочкой старта. Увеличен объем камеры 70 литров. Телескопические полозья на одном уровне для удобного выдвижения противня. Система каталитических панелей на всех стенках духовки для легкого ухода за внутренней камерой. 2 противня, один из них глубиной 50 мм. Автоматическая подсветка отлично освещает блюдо даже сквозь закрытую дверцу. Тройное вентилируемое остекление дверцы предохраняет фасад духовки от нагрева и сохраняет тепло внутри камеры. К дверце можно касаться, не боясь обжечься. Идеально ровная стеклянная внутренняя поверхность дверцы значительно облегчает уход. Ее легко можно снять, разобрать и почистить изнутри. В серию входят еще 2 прибора с фасадами из цельного закаленного стекла. Духовой шкаф из черного стекла и металлической ручки дверцы. Модель с фасадом из ледяного белого стекла и металлической ручки дверцы. Fabiano Steel. Достойная вас техника.